Здорово! Я под карту провалился! У тебя готов промокод уже, кстати? Чего у нас тут делает Джанго? Джанго калаш охраняет! Все здорово, ребятки! Короче, Джанго не зря охраняет калаш, потому что мы сегодня будем снимать с Обоунским обмен скинами. И да, всем здорово, ребят, с вами как всегда на Витрине, ребятки, сегодня мы будем обмениваться скинами с Обоунским, с этой лягушачьей зеленой рожечкой. Короче, ребятки, суть видоса такова, то что Данек будет на своей базе скидывать любой скин, вплоть от хаешки до любого оружия. Я буду прибегать к нему на базу, брать его оружие, либо хаешечка, что бы это ни было, и буду играть с этим оружием весь раунд. А также я буду делать то же самое, и, ребят, в ролике будет розыгрыш на Кайр Драгон, для этого будет необходимо подписаться на канал, посмотреть ролик от начала до конца. Ну, его так и так надо будет посмотреть на начало до конца, потому что мы с Даньком еще будем рубиться за промокод. И как бы кто выиграет, тот получит промокод. Посмотреть видео до конца обязательно. Лайкос, подписочка на канал и в комментариях ваш айдишник, чтобы я вам отдал призик. Запасайтесь чем-нибудь вкусненьким и погнали смотреть легендарный разнос Обована. Давай договоримся заранее, да. Типа, ну, нормальненький дроп на базе оставляй. А, все, мы начинаем уже дропать? Да, мы уже начинаем дропать. Данечек, можешь прибегать ко мне на базу, я там тебе говёшку оставил одну. Найс, ты мне юз поставил, понял. Нет, какой юз? Ты тупоголовый! Какой дигл? Ой, ты уже тут, стой. Я тебе флешку оставил, какой юз? Так я ещё юз твой забрал. Какой юз? Выброси, я тебе флешку оставил. О, найс, флешка закончилась, у тебя ножик остался. Тихо, мага, я спасаюсь. О, изи. Я дефьюзю, у тебя ножик, ты мне ничего не сделаешь. Данечек, что там, говёная флешка помогает? Сы, ты не дефьюзишь. А чё, звука нет? Алло, ты чё, с юспом? Я тебе флешку оставил! У тебя ножик! Не сы, у меня глок был еще. Даня, помнишь, я тебе флешку оставил? Это все шутка была, брат. Я же пошутил. Сейчас я тебе, брат, нормальный дроп оставлю, отвечаю. Ой, ба. Данилка! Бина! Лысый, ты жобус! Я сейчас, знаешь, как в меме? Ты что сделал? Я серому камеру сломал. Здорово. Че, плентим, бро? Давай показывай скиллуху на своем М40. Опа. Я тоже вообще-то могу с дробашом прыгать. Ты что сделал? Давай, покажись. Где? А. На. На. А, за стенкой! Блин, ну ты купил дробаш, и у тебя сейчас, возможно, нет бабок. Но, как говорится, ничего страшного. Я под карту провалился! Из раунда я пойду сразу плентить в честь такого. Посмотри, что я тебе оставил. Я тебе как другу, тебе как своей подружке оставил там дроп. И меня стендов за это наказал. Мне стендов намекнул, ребят, то, что Обовину нормальный троп нельзя оставлять. А ты что мне, вот скажи по секрету, что ты мне оставил? А я М40 вроде. Окей. А ты видел, что я тебе оставил? Плюс, я сохраню себя на следующий раунд. Алик В2. Че, Маджамедус, ты готов? Конечно, готов. Так, я сейчас, раз ты мне там оставил нормальный дроп, я тебе тоже сейчас куплю дропчик нормальный. Опа, все, я тебя скинул на базе. Там вообще легендарный тоже дроп у тебя. Здорово, Чепушило. Че, куда побежал, бро? Че за слабый дроп? Ты че тут настрал? А, то есть ты мне глок оставил, да? Там еще больше тебя оставил, я тебя там хаешек понакидал. Ты говёха! Я тебе когда-нибудь хаешки оставлял? Ты да. Говёха ходячая. Когда? А, ну ладно, было один раз. Опа, давай, юмп, ты где? Я спрятался. Выходи! Выходи, подлый трус, Леопольд! Ладно, я дефьюзю. Как тебя сквозь стеночку уничтожил? Как тебе? Как мне? Ты мне хаешку оставил на базе. Сейчас что-то классное тебе оставлю. Давай, я тебе сейчас тоже что-нибудь классное оставлю. Опа! Опа. Все, я тебя оставил, братан. Иди забирай, как говорится. Найс. Здорово, Чебурашка! Как дела? Куда бежим? Ой. Ты что, больной? Сюда подошел! Развернулся! Я уже убежал. Это что за хаешка тут? Это не мое. Это твое. Опа! М110 сюда. Ты где? Я этот убежал кое-куда. Я побежал! Я как Рэмбо. Я как Томас Шелби. Если так и шел бы. Я ищу тебя, ты где? Че, как ищется, бро, в ребра? О, как знал, ты с читами. Я не считаю меня, ты че? Я дефуза не купил! Я не купил! Изи, заутал. Пожалуйста, я успел. Я успел. Да я на мили!
Миллисекунда, миллисекундочка осталась, Даня, и вот такая вот маленькая, как твоя. Осуждаем такие вещи. Ты чё бы тебя оставить? Опа, всё, найс. Оставил. Чё ты мне, Даня, оставил? Флешка, хаешка, смоук, а где скин? Он спрятан в секретном месте. Ты баран! Ты меня развел, чтобы я его искал и бомбу поставить! Вон он, вон он. Ты чё, кладвин? Осуждаю. Натя? Ты где? Ты где? Выходи. Я уже спрятался. Выходи. Несы, я дефьюзю. Ну кто? Кто это? Ты скидываешь скин на своей базе. Не за углом, не за поворотом, а на своей базе. Ты понимаешь это, Дань? Плюс. Ты понимаешь? Сейчас вот стой на базе и скидывай мне, пожалуйста, нормально скин. Ты чё, тупоголовый? Ты слабый. Ты тупоголовый или что? Нормально играй! Ты просрал, я тебе авик скинул. Все, я тебе скинул дроп нормальный. Все. Ты только не убивай, я все. Вот на, поешка твоя. Только попробуй. Где дроп? А там где-то. Тупоголовый! Какой дигл? О, не понял. Как дела? Ща. За дигл и двор. Стреляю в упор. Ты по головой с диглом. В прыжке. А. О, в прыжке. Да ты тупоголовый. О, в прыжке. Ты тупоголовый. Ты кенгуру ходячая. Ты можешь мне не дропать дигл? Ты можешь мне дропать нормальное оружие, которое я найду с первого раза? Пожалуйста. Даня. Ща дропну. Я тебе дропнул. О, хаешечки. О! Сюда! Что нашел? Ну, Даня. Нашел. Тут М16, но это, походу, не мой. Но я авик нашел. Даня, как говорится, с хаешечками тащи, а я пока тебя с авика разнесу. Что думаешь? А! Угомонись, порося. Куда летим? Куда летим, жабья голова? Куда ты побежала? Плюс я уже накидал. Опа, найс. Я на базе тоже настрал. Давай, иди забирай. Опа, ты где? Здорово. Давай, пошел отсюда. Так, что ты мне там оставил, мой друг? А я тебе все то же самое купил, только без П-350-го. Ты мне чисто набор киберспортсмена дал. Какой глок? Кабан, трюпай. Ну, погоди! Я думаю, в честь такого. Не зря я тебе хаешку дропнул. Хорошо, я тебе дропаю пушечку. Все. Я уже выехал. Ты где? Я? Я бегу за скином нереальным, Данек. Опа! Сюда, Даня. UMP-ща переиграем. Ты что тут делаешь, тиранозавр? Я прострелом уничтожаю, как всегда. О, чего? Как? Ты с читами? Всем привет, твой козырь! Да! Ноускопчик! Против моего авика и против моих ноускопов невозможно увернуться, Даня. Да, стой. Но против того оружия, которое я тебе сейчас скину на базе, можно увернуться. Я тебе скинул. Набор киберспортсмена на базе. Иди забирай. Окей. Надеюсь, ты мне тоже что-то нормально кинул. Плюс, там вообще легендарный дроп. Я представляю твое лицо, когда ты это говоришь. Стоп, игра, Даня! Я немного этот. Я не могу пройти на темку. Я еще не забрал оружие свое, не играй. Ладно, я просто подойду поближе к тебе. А, 5-7, я тебя понял. Ты где? Алло? Ты что этот делаешь? О, дай попробую к тебе залезть, подожди, не убивай. Давай. Как залазить? ХЗ, бро, не получается. Высунься. Возвращайся на свой... Высунься. Здорово. Все, давай я тебя выношу, ты что? Время потянул, думаешь, выиграл? Ты что, с М40, думаешь, затащишь? О! Я же с М40 скинул, чтобы тебя разнести, Дань. Ты слаб. Я тебе поддался. Купил тебе дропчик на базе. Как вы думаете, ребят, напишите сейчас в комментариях, Данек вот сейчас этой пушкой затащит или нет? Ребят, кстати, наберите 15 тысяч лайков, если вы хотите продолжение данной рубрики. Чтобы мы еще с какими-то ютуберами записали такое, напишите обязательно в комментариях, с кем вы хотите. Плюс на калибр вышивка. Ну, прострелишь меня? Я пытаюсь!
спасся! У тебя просто за спиной моя пуля была, чувак. Если бы я чуть левее стрелял, я бы тебя разнес просто как крипа. Но я не смог. Поэтому я тебе оставляю легендарный дроп на базе. Все, я тебе бросил дроп. Ты где? Ты че хаешки кидаешь? Ты че тупой? Да я не взял амор! А, все, тех она. Вот, Диглецкий. Че, Диглецкий, да? Диглецкий, да? Настя! Че, Данек, че мне на день рождения подарил? А, ты то же самое, мне осталось только без хаешки. Главное, бомбу задефьюсь потом, и все нормально будет, бро. Ну а хаешечку лови. Ты думал, я не видел, как ты дефизишь? Ну, я спрятался. Только попробуй ты мне сейчас говнецо там скинешь какое-то. Здорово. Еще одна пуля. Да не случайно, да. Не убей меня. Так уж и быть, отдам тебе раунд. Не на нож! Если тебя же лучше. А, ну да. Ладно, Дань, предлагай перемирие. Ты мне кидаешь авик на базе, и я тебе авик. И у нас сейчас легендарный раунд на авиках будет. Давай. Имба, ничего вещи. Я тебе скинул. Где мой авик? Я тебе хотя бы P350 и скинул, ты мне ничего не скинул. А где дроп мой? О, кубро. Бро. А, Дань. Ну я тебе там тоже легендарный дропщик скинул. Ты извини, конечно, что это не авик. Но, о! Ай! Я ноускопом стрелял. Ноускопом. Дань, если ты сейчас меня выигрываешь, то я тебе даю 50 тысяч голды. А если я тебя, то ты мне 50 тысяч голды. Не, давай промокод мне дашь. Давай, хорошо. Хорошо, Дань. Если выигрываешь ты меня, я тебе даю промокод. Если я тебя, то ты мне промокод. Ты опять там оружие прятал? Не. А, смоук? А, Настя чисто, чисто дорогу до Гана сделал, Настя. Опа, спасибо за М40, Дань. Я тебе там тоже имбическую пушечку оставил. Пока затащу, пока ты там добежишь. Давай, бро. Она тебя мага. Данек? Ты где? А, слышь? Ты что, за промокод сейчас воевать будешь? Да, Дань, мы же друзья. О, Даня, мы друзья! Не, слушай, 40 не контрится, как попал? О, попал. Да ты тупо! Ну, мага, ты, у тебя готов промокод уже, кстати? Ты тупоголовый. Хорошо, я тебе отдаю промокод, да? О, спасибо, мага. Данил? Алле? Вот этот вот промокодик попробую активировать, Дань. Так. О, успешно. Чё думаешь там? Чё думаешь? Думаю, наш, танк мне почему-то такое предчувствие. Давай. Чекай. Какой танк-то? О! О, нифига. Да, Даня. Нифига он дорогой. Я думал, он голды 300 стоит. Саундтрек еще лучше версия. Всем, ребятки, огромное спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки. 15 тысяч лайков мы снимем вторую часть каким-нибудь ютубером. Пишите обязательно в комментариях, с каким хотите, какой ютубер наберет больше комментов, кого я увижу, что заспамили. Обязательно с ним сыграем. Обязательно смотрите предыдущие видео, подписывайтесь на канал с колокольчиком и все!